Привет! Наконец-то я добрался до обзора на M-Super Pro High Speed. Сейчас пробежимся вкратце по допилу, что конкретно с этим колесом сделано. И после я расскажу в целом о выборе колеса, почему именно эта модель, что я успел распробовать, чего еще нужно дойти, прикататься и так далее. Это у нас Gateway M-Super Pro High Speed. То есть это прошка с мотором от M-Super X с магнитами C30, а не C38, как на стандартной тяговой прошке. Что нам это дает на выходе? На выходе нам это дает более высокую максимальную скорость, но чуть менее тяговый момент. Соответственно, стандартная прошка, многие, наверное, видели видосы, как райдеры заезжают по лестницам наверх, как по пандусам. Этот, возможно, проклюнется при такой езде, но во всем остальном он однозначно, на мой взгляд, лучше, поэтому имейте в виду, это C30 магниты. С виду они никак не отличаются от обычной прошки, то есть у них широкие крышки, у них двойная фара. У них одинаковая батарейка, внешний вид, в общем, прошки и Pro High Speed никак не отличим, кроме серийного номера C30. Соответственно, это значит, что прошка скоростная. Дальше, мотор, корпус, все было разобрано до винтика, проведена полная дефектовка. У меня на новом колесе оказался ржавый статор. Но для Gateway, к сожалению, такие мелочи – это классика. В общем, все было пофикшено, собрано, корпус был внутри усилен. Я где-нибудь тут приложу фоточки. Соответственно, что еще? Сделана, конечно, гидроизоляция. Установлена дополнительная внешняя подсветка. Точнее, не дополнительная, она вместо стоковой установлена. Для нее внутри установлен DC-DC преобразователь с RGB-контроллером. Тоже где-то здесь фоточку прикреплю. Получается, что еще? Стойки здесь стандартные. В стойке добавлены фиксаторы оси, чтобы педали у нас не болтались, не дребезжали. Как видно, педали стоят кастомные, мои, правильной формы, правильной толщины, размеров, с клевой наждачкой, с шипами. На мой взгляд, как именно райдера, это топчик, поэтому, собственно, они и появились. Установлены очень сильно обрезанные, модифицированные керамбиты. Многие угорают над этой темой, но вы можете посмотреть уровень моей катки, как бы мне такое решение лучше, чем любые толстые зацепы, чем большие какие-то упоры. Тут, возможно, для кого-то это будет нелогично, но я катаюсь так. 4 коротких шипа, много наждачки, маленький зацепчик и стоковые подушки. У прошки подушки очень тонкие, соответственно, когда мы ногой давим на колесо, вот толщины подушки не хватает, чтобы снять болевое ощущение. Сейчас я ищу MSX-овские подушки, они где-то вот такие, соответственно, их будет сюда достаточно для комфортного тактильного ощущения. Что еще было добавлено? На колесо, естественно, одет наш стекловолоконный кастомный кожух защитный, он же панцирь, он же чехол, он же броня. Вот здесь наклеечка отваливается. Тут уже он скоцанный, как и педаль. Колесо я положил на около нулевой скорости, оно нормально такой пируэт сделало, я, наверное, вставлю этот кусочек. Здесь у нас у прошки стандартные открытые динамики. Я взял две сеточки от Bluetooth. От Bluetooth акустики JBL и вырезал их под размер, посадил на полиморфус, то есть, чтобы по возможности динамики их не касались, но чтобы они не выпирали. Что еще? Здесь у нас, соответственно, удалена кнопка стоп-двигателя, вот эта убогая. Для меня это колесо до сих пор пока что очень тяжелое, мне его поднимать, ну, вообще прям напряжно. Соответственно, поднимать, нажимая вот так вот, по-моему, второй вариант намного проще. Здесь же эта кнопка не только перенесена, она, во-первых, 16 мм большего диаметра вместо 12, во-вторых, она с фиксацией. То есть колесо у нас можно взять вот так вот его, если совсем тяжело, допереть куда надо, поставить, кнопочку отжать и поехать. И для людей, которые не качки, это реально принципиально важный момент, если тащить далеко или высоко. Также кнопка включения у нас перекочевала вместо кнопки стоп-двигателя на место USB. Так как USB в колесах – это вещь, которой никто практически не пользуется. Также есть момент, что USB в колесе больше, чем 500 мА зарядки не дает для гаджетов. То есть, в принципе, более продуктивно заряжаться от любой розетки, которая будет под рукой, или от пауэрбэнка.
Поэтому практически все мои знакомые, они удаляют USB. И получается такая конфигурация: разъем зарядки, кнопка включения, кнопка своего двигателя. Кнопка включения здесь хитрая. Она с подсветкой, с такой фиолетовой. Соответственно, когда колесо включено, она горит. Ну и визуально, то есть на ней гравировка, не перепутаешь, где стоп, где что, если колесо там, допустим, чужое, что-то незнакомое. Также еще тут стоит отметить, это у меня оставлен вырез под ручку. Мне не нравятся никакие дополнительные конструкции, то есть по мне колесо и так очень большое, тяжелое, достаточно травмоопасное, то есть если мне в ногу там или в спину оно прилетит, я очень почувствую. Получается, эта кнопка с фиксацией, это у нас подсветка, вот она загорелась, но сейчас, наверное, этого будет толком не видно. Соответственно, она принудительно включается и выключается на включенном и выключенном колесе. Кнопка включения принудительного звука, то есть у боковых колонок. Можно ее принудительно выключить, и также можно включить колонки на полностью выключенном колесе. То есть вы приехали куда-нибудь там на озеро или там на шашлычок, колесо включенным держать довольно глупо, соответственно, включили колоночку на выключенном колесе, послушали музончик, отдохнули и обратно поехали. Итак, еще один важный момент, который нужно отметить, это угол педалей. У прошек бывают достаточно разные стойки. Получается, на кастомных стойках наших обычно угол 12 градусов. Но тут стойки стоят стандартные, и что-то как-то было не так. Угол, в общем, был около 20 у меня изначально. Я его снял сейчас до 14. На Тесле у меня 12, здесь у меня 14. И на 14 мне контроль больше нравится. Благодаря вот этим штучкам пластиковые растяжки не убиваются. Соответственно, пока что катаюсь на 14, дальше посмотрим. Также приклеены светоотражающие полосочки. С виду мелочи, ерунда, но на самом деле в вечернее время суток они очень круто отражают фары. Это ваша безопасность. Забыл отметить момент по поводу чехла. Это не совсем стандартный чехол на прошку. Обычно у чехла здесь цельная крышка, но у меня крышка срезана для снижения веса. Также у меня обрезано крыло, обычно крыло вот до сюда. Мне по дизайну это очень нравится, и, на мой взгляд, намного проще вот сюда просто приделать некий брызговик. Меня скорее парит, что я других окружающих людей буду забрызгивать, потому что, ну, грязная спина, на мой взгляд, это норм в целом для трубайкеров. Удар даже при стоковых подушках в эту часть вряд ли прилетит. Есть только в керамбит, но и то он резиновый. То есть основная опасность у нас — это эти грани. Эти грани у нас все закрыты. Получается, 300 с копейками грамм с чехла скинуть удалось за счет обрезки. Это очень круто. Общий вес сейчас колеса составляет 26 килограмм 500 грамм. После моей кастомной Теслы, которая тоже на самом деле не худенькая, 21 700, это почти что 5 килограмм вот прям в ноль. И для меня 5 килограмм эти критичны. Пока что проехал где-то 130-40 километров на нем. Еще надо где-то, наверное, пару сотен проехать, чтобы, ну, прикататься, потому что и на тормозах на очень резких воблу поймать можно. И пока что колесо, ну, допустим, вот одной ногой я его плохо контролирую, оно меня прямо валит. Ну, оно для меня тяжелое реально, то есть левой ногой мне его вообще очень сложно держать. Собственно, и уронил я его вот здесь вот, как раз потому что левая нога слабее. И получается, она у меня совсем не справилась, и мне пришлось просто уронить его. Пришло время ответить на мучающийся вопрос и очень популярных комментариях в разных чатах. А именно звучащий так: ты что, пересел на прошку? А как же Тесла? Я напомню, что я как фанатичный моноколесник абсолютно убежден, что у моноколесного райдера должно быть минимум два колеса. А может быть и три, а может быть и четыре. Для себя пришел к выводу, что мне, наверное, три колеса многовато. Сейчас я хочу себя ставить только Теслу и только прошку. Я повторюсь, Тесла топ. Соответственно, для каких-то задач она идеально подходит. Для каких-то задач нужен M Super Pro. В частности, я вкусил, что такое 70 км в час, 65 и больше. На M Super X у меня была возможность на нем покататься где-то 3 недели. Соответственно, за это время все, бывший дух байкера проснулся, и Тесла просто не удовлетворяет мою потребность в скоростных похватах. Это раз. Два, то, что я на дальние расстояния ездить не люблю, и получается, что чем быстрее колесо у тебя едет, тем быстрее ты проезжаешь дальнее расстояние, и оно получается не таким дальним. Также вес колеса. У меня дома нету лифта, и поднять M-Super для меня
меня невозможная задача. То есть 1-2 раза я справлюсь, но когда ты в полной экипировке, когда на улице холодно, дома жарко, ну ты просто спускаешься мокрый на улицу и ты заболеваешь. Поэтому без лифта, без пандуса, с райдером легкого веса, девушкам, подросткам, ну это будет реально тяжело. Соответственно, я сделал себе пандус. Как только у меня появился пандус, я понял, что мне в принципе колесо для подскока больше не нужно, и я готов катать на прошке. Вот у меня прошка появилась, я к ней прикатываюсь. Естественно, я практически каждый день также катаюсь на Тесле. Тесла у меня в планах так и есть переобуть на 100 вольт. На прошке я пока что с трудом прыгаю. Прошка пока что не так динамично слушается. Хотя, с другой стороны, рулёжка у нее в целом. У меня просто нету такой отзывчивости и такой синхронизации. Я понимаю, что я еще буду к ней прикатываться, но как ты ни крути, например, к мотоциклам тяжелым я так и не смог прикататься. То есть физическая составляющая, она определяет зачастую. Тяжелый. Я его не смог ногой сейчас поймать. Пришлось положить. То есть прям вот столечка не хватает, короче. Даже вот эти движения, короче, очень много энергии забирают. И потом слезаешь, у него ноги такие. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Фух. Фух, я аж устал. Я тормози.
скажешь? Ну, типа, норм. Это одно колесо. Вот, кстати, про торможение кто спрашивал. Ты тормозишь, встаешь на пятки, и у тебя на зацепы. Зацепы. Зацепы не дают тебе ноге упасть. А кто ставит ногу вот так вот, или вот так вот, у них шансов нету. Нога вплотную, все, ты хочешь прыгнуть, она у тебя тянет. Ты хочешь тормознуть, она у тебя тянет. Ты хочешь ускориться, ты встаешь на носок, и она у тебя тянет. Поэтому, ребят, хватит, пожалуйста, мне говорить, что у меня хуй зацепы, я не шарю в подушках. Я на подушках катался, и на полноценных зацепах я катался, и на больших педалях я катался.